ФСБ России сегодня сообщила, что перекрыла, цитирую, крупный канал контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины. Деталей немного. Якобы изъяли более 20 килограммов взрывчатки и 230 единиц оружия. А по делу проходят 54 человека. Но гражданами каких стран являются эти люди и взяты ли они под стражу, пока неизвестно. Мы направили запросы в наше силовое ведомство с просьбой прокомментировать эту ситуацию, но ответа так и не получили.